карнавал накачается, рэп мой начинается. Иду я такой по улице, и мне девки улыбаются. А потом за уроками маются, они мне не нравятся. В центре идет диско, где классные диски. Они стоят близко, руками я их дискаю. Я рэпер Бориска, мне нравятся сиськи. Я ем сосиски на ужин, и больше ничего не нужен. Рэп мой как стужа, пронесется по земле и по лужам. Это аптечек пока. А вот и он. Я говорю, самогон они варят вместе, чё. Эй. Ой, Лекс, ты чё залезет? Ты пошёл нахер, Лекс. Дружбан, иди-ка нахер. Да, Боря, ты у меня чё, все лечения утащил, чё? Что? Я тоже как бы умею. Ну, да. Дымом поиграть, точно. Как давно я не извращался, не надо, Сань, не надо, ладно? Оставь. Не, так давай поугараем, хули, чё? Сань, ни черта не видно, блядь, сейчас ты, наоборот, будешь давать, блядь, возможность всякому лошку, блядь, бьёвить и стрелять в тебя с лицу. Вот, вот, и они не будут выходить, видишь? Ты решил нам усложнить жизнь, да? Да, да. Простить, да? Да, чё? Сегодня... Сегодня выходной человек. Пусть порадуется. А, так тут тем более дым, чтоб не простреливали, считай, нормально же. Не надо никаких дымов, блядь. Открытая карта, отлично можно стрелять на расстоянии, снайпера можно ставить, что угодно, блядь, можно. Не, ну в этом же есть хорошая новость. Они не смогут стрелять в тебя, а плохая, а ты в них тоже, да? Оставься, не надо хуйней заниматься. А так хотелось. Вон, у тебя есть скидки на помощника этого охотника, пускай там, блядь. А, вот, дым и туда охотничка. Нормально же. Какой? Говорю, не надо. Ты издеваешься? Да не, а что такого-то? Поизвращаться. Одни пидорасы, да? Нет такого места, где не было бы пидорасов. Нет, нет. Ну что не так, постреляйте, черт побери! Бежит ко мне, ну пидор, ёбаный, блядь! И прячется, говно, блядь! А ещё, блядь! 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 Всё, у меня размер, уже убили, всё, блядь! А, блядь! Понимаете, блядь? Я оставлю этих физиков, блядь, Они вон, а теперь выходят, понятно, блядь? А ещё, блядь! Блять! Понимаете, блять? Чё, прячется, пидор! Вот прячется и всё, и сразу... Блять, долго ждать его, пидора, блять. А ещё, блять! Понимаете, блять? Блять! Все прячутся до единого, в одного начинаешь стрелять, хуяк, он прячется, блять, тут же! Он раз оттуда в тебя гранату кидает, блять! Стреляться никто не хочет, блять. Такие уёбки, блять. Вон родственники, небось, этого бумбокса, блять. Боря, ты его каждый день вспоминаешь. Он тебе снится, наверное, ещё, да? Потому что, блять. А ещё, блять. Понимаете, блять? Вот ничему не учатся, понимаешь? Вот есть дебил, блять. Ну, который... Для сравнения, я вот Артуру уже говорил, медведи на велосипеде учат ездить. Понимаете, блядь? Медведи, блядь. Ну в цирке. Учатся, блядь. В цирке? Так в цирке учат, а он же не в цирке. Дело в том, что медведи обучаемы, блядь, а вот эти педики нет. Не, ну понимаешь, медведи же пиздят, блядь, их же пиздят, блядь, а его нет. Надо, чтобы учился. Я говорю, медведи учат, блядь, да? И умеют на великах, даже на мотоциклах, гоняют, да, блядь? А эти... Нет, блядь. Те, блядь, лапами на педали давить научились, блядь. Эти руками джойстик держать и научатся, блядь. А ещё, блядь... Блять. Понимаете, блять?
или медведи на велосипеде. Да. А вот смотри, еще один вслепую, да. Вот, видишь, такой же лошара, блядь. Да, блядь, я снова раненый. А, блядь. А еще, блядь. Блядь. Покидает теперь, блядь. Пиздец. Вот сколько можно бегать? Только, блядь, занимаешься поиском врага, блядь. Все, больше вот других занятий, ну, нету, блядь. Бежишь, потом хуйня какая-нибудь из угла, блядь, тебя вслепую хуярит, блядь. На, говно, блядь, пидор ёбаный, блядь. Сидит, нюхает с петухом, блядь. Это наш дом, да? Да, пускай попробует. Ох ты, это ёбаный свет, это опять лезет какая-то хуйня. В смысле, чё стоишь-то? Иди чё, хочешь так? В смысле, такое мясо, что ли, нашёл, или чё, блядь? Стоишь? А, блядь! Да, блядь, есть? Да, блядь, нолик нажимаешь, он... Да вы будете падать-то или нет, блядь? Чё за... Сейчас сзади, блядь, пришёл. Блядь. А, блядь! Да, блядь! Понимаете, блядь? Этот джин бежит с петухом, походу. Мрази, блядь. С этими петухами, блядь. Ну так, ну все вышли, блядь. Как в спину Грена кидать, блядь, это, блядь, мастера, нахуй. А как пизды получать-то, блядь? Я просто этот аккаунт, видимо, загрузка. Так, так, спокойно, охуенный аккаунт. Боря там, ну, Боря там что-то это... Попахивать начинает, Боря, надо его освежить. Вот я с Боря по бутке там трансформатор, ёбну. И все будет заебись. Я не хочу ждать, понимаете? Я хочу воевать в этом райде. Вот с чайником, вот о чем и речь, блядь. Ебаться, клещ, ёбаный. Блядь! Нету. Да, блядь, ну пидор. Есть аптека-то? Нету. Шайка пидорасов, блядь. Надо найти Bavarian Soul, да? Да, и начать им поддаваться. Да сзади еще один, что ли, сырый есть, говно, блядь. Все, здесь сидел, нюхал, говно, блядь, слепую. Такой же, блядь, лох, как этот бомбос, блядь. Нихуя ничему не учится, блядь. Ахтунг. От мощности такой, когда тебе звонит друг Боря. А ты характер покажи, ответь на телефон. А чё это вдруг звонит друг Боря? А тема есть на миллион. Когда тебе звонит друг Боря?